Лето – время отдыха и приключений. Одни проводят его на курортах, другие – на даче, ну а третьи – в чебоксарских парках. Там сейчас большие перемены. В Лакреевский лес заглянула и наша съемочная группа. Все в парк. Нескучный парк. Твое лето в парке. У этого проекта несколько названий и одна цель – привлечь чебоксарцев в городские парки. И в первую очередь в Лакреевский лес. Для семейного отдыха сейчас здесь есть все. Придя сегодня сюда, очень удивились вот переменами к лучшему. Стало очень интересно, новые аттракционы. Дети катаются с удовольствием. Даже самой хочется прокатиться. А еще в парке новый асфальт, ровные газоны, красивые клумбы. И самое главное, каждые выходные июля, августа и сентября в Лакреевском лесу запланированы праздничные марафоны. Гостей парка ждут шоу мыльных пузырей, мастер-классы по танцам, йоге, выступления лучших творческих коллективов. Проекта и его активные участники, ученики медиа-центра «Кучемала», проведут здесь фестиваль скороговорок, конкурс актерского мастерства, мастер-классы по журналистике. Чебоксары, может быть, стать достойной отметкой на карте, на туристической карте нашей страны. То есть почему не расширить то самое «Золотое кольцо», в которое еще Чебоксары не входят, что-то более глобальное. Ведь у нас есть «Волга», а это туристическая артерия. И туристы, которые будут заходить сюда на кораблях, непременно должны посещать это чудное место и стать участниками этого интерактивного праздника. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.